В Актау многодетным матерям вручили нагрудные знаки «Алтын» и «Кумыс алқа». На мероприятие пригласили 15 семей. Всего в регионе проживают около 14 тысяч многодетных матерей. Из них больше половины – обладательницы золотых медалей. Лязат Айдарбекова, жительница Жанаузена. 4 года назад по указу президента ее наградили серебряной медалью. И вот теперь вручили «Алтын алқа» за воспитание уже 7 детей. Я стала невесткой в 17 лет. В семье самая старшая сноха. Замужем уже 25 лет. Хочу пожелать, чтобы население Казахстана продолжало расти и дальше.